помощью вертолетов ищут пропавших людей, спасают потерпевших бедствия на воде и в горах, доставляют пострадавших в медицинские учреждения. Многоцелевой вертолет семейства Ми-8 чаще всего используют в поисково-спасательных задачах. Эти машины обладают высокими летно-техническими характеристиками и могут круглосуточно применяться в самых сложных климатических условиях. Они оснащены лебедкой с бортовой стрелой, которая позволяет поднимать на борт в режиме зависания грузы весом до 300 килограммов. Как раз сегодня у летчиков такие полеты. Пристегнуться, подготовить тренировочный манекен. Затем его приводняют. Точно так же спускается на тросе спасатель. Задача – скоординировать его действия и действия бортового техника, чтобы максимально быстро поднять на борт пострадавшего. Между собой они общаются с помощью жестов. В условиях боевой или спасательной операции все эти действия осложняются порывами ветра, уменьшением видимости из-за тумана, снегопада, облачности и многими другими непредвиденными факторами. При этом очень важна слаженная работа экипажа. Необходима высокая слаженность экипажа, его высокий уровень подготовки, его взаимодействие, чтобы каждый член экипажа, каждый специалист выполнял, четко понимал и выполнял свою поставленную задачу. Также летные экипажи частей армейской авиации могут применяться для решения задач в интересах гражданского населения. Экипаж, как правило, состоит из командиров, летчика-штурмана, бортового техника и спасателя. А уже в поисково-спасательных работах принимает участие медицинский работник. Тренировочные полеты проводятся регулярно. Данные тренировки проводятся ежеквартально всем составом полка. Также при подготовке экипажей убывающих для выполнения задач Сирийской Арабской Республики, задач специальной военной операции. Цель тренировочных полетов такова. Экипаж полностью готов, досконально знает инструкцию. Поисково-спасательные работы с вертолетов эффективнее других, ведь с их помощью вероятнее всего уложиться в тот самый золотой час, в течение которого медицинская помощь наиболее результативна. Анна Приенко, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.